Всем привет, меня зовут Александр Голанцев, и я занимаюсь табло в компании BI Consult. Сегодня мы рассмотрим еще одну тему про табло сервер, это его полное удаление. На самом деле все это делается очень просто, и иногда возникает такая потребность. Например, вы установили, у вас появились какие-то системные ошибки, вы что-то удалили, потом оказалось, что это нужно, и возникло очень много проблем, и вы не знаете, как их решить. И, возможно, даже поддержка вряд ли вам поможет. Поэтому естественным способом является полное удаление и переустановка. Это будет и быстрее, и удобнее для всех. На самом деле для этого нужно всего лишь 4 пункта. Первое – это открыть командную строку от имени администратора, затем ввести следующую команду, которая деактивирует текущую лицензию. Это очень важный шаг. Поскольку если вы не деактивируете лицензию вовремя, вам придется писать в табло, общаться с ними, для того, чтобы они вам деактивировали ее вручную. Все это займет примерно неделю. После этого нужно запустить необходимый скрипт, табло сервер obliterate, с некоторыми параметрами. И все, сервер будет удален. После этого можно перезапустить машину, и все будет нормально. Давайте я вам покажу, как все это делается. Все довольно просто. То есть мы переходим. Сейчас откроем командную строку от имени администратора. Давайте сделаем так. После этого... У меня в данном случае реальная лицензия, давайте вам это покажу. То есть, видите, у меня выключен сервер. Вот если мы говорим про лицензии. То у меня триал. Там мне дано 25 креаторов, и все доны включены. Дальше. Заходим. Вот сюда вводим, ну, нужно ввести сам license as deactivate и ваш номер лицензии. Тем не менее, мне это не совсем нужно. Давайте я вам продемонстрирую, как мы будем просто удалять его. Здесь у меня уже все открыто, но давайте я заново пройдусь. Мы заходим в ZSPC, локальный диск C, Program Files, Tableau, Tableau Server, Packages. Нам нужен дескриптив, у нас здесь два Tableau Server стоит. Мы заходим в первоначальный, выбираем вот так, Ctrl-C, и здесь прописываем CD. Это нужно для того, чтобы наша командная строка запустилась конкретно из этой папки. Дальше вы можете ввести там, первые несколько букв команды, Tableau Server Obliterate CMD. Возможно, вы заметили, и в презентации демонстрировал, что здесь несколько еще есть параметров. A, Y, 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 L. Первая команда означает то, что мы не сохраняем никакие бэкапы и логи. То есть вообще полностью удаляем все, что есть. Дальше 3Y, это означает соглашение со всеми необходимыми документами. И то, что мы гарантируем, мы знаем, что... Мы понимаем и принимаем весь риск. Это необходимые три пункта, которые обязательно принимать в любом случае. Вы не можете запустить этот скрипт без трех Y. И последний L — это автоматическая деактивация. То есть мы можем как запустить TSM License Deactivate, так и нажать здесь L. Но я советую первый вариант, поскольку он стопроцентный. Давайте вернемся. Введем также их все. A, Y, Y, сейчас, Y, то есть тире Y и тире L. И все. Все. Теперь табло запускает и все убивает. На самом деле это все, что необходимо сделать для того, чтобы очистить табло сервер. Это все, что я вам хотел рассказать по этой теме. Всем спасибо за внимание.